Спонсор выпуска – сервер Rust Games. На нем вас ждет отзывчивая администрация, рейты X2, внутриигровая карта, сбалансированные киты и кланы не более 5 человек. В группе сервера каждые 2 недели проводятся розыгрыши призов. IP и ссылка в описании под видео. Привет! С вами B16 и Чеппер, и мы продолжаем выживать в The Forest. Сегодня мы будем искать оружие, потому что наши топоры, как бы это так мягко сказать, не ахти. Например, последний мутант, который напал на меня, выдержал достаточно большое количество ударов с вот этого вот стандартного топорика, который я взял в самолетике. Поэтому нам нужно нечто большее, нечто более страшное, суровое и сильно убивающее. Чеппер уже кого-то завалил копьем. Так, ну что, тут не видно, когда день наступит, да? Можно поспать. О, слушай, давай реально, тут в палатке прям, подожди. Щелк. Давай, подходи. Тут только вдвоем спать надо, понимаешь? Опа. Да наступит день. Вот так вот. Слушай, мне надо что-то это. У меня крестик на желудке. Это нехорошо, да? Да, значит, надо поесть. Да и попить надо. Где тут моя газировочка из цивилизации? Сода. Хлопнули газировочки. Может быть, даже завалим этого кабанчика. Иди сюда. Ты чё такой дерзкий? Ах ты ж, Чеппер, ну бежал. И сюда. Свинка, 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 стой, поговорим. Все будет тихо, мирно, что ты орешь? Я же сказал, все будет хорошо. Тоже мне. Слушай, надо мясо пожарить, да? Или нет? Угу. Оно тут портится, кстати, нет? Портится. Оно остается зеленым, типа такое гнилое мясо. И есть его не рекомендуется. Отлично. Слушай, а оно даже сырое будет портиться. Чё я вечно тап нажимаю? По привычке из раста нажимаю тап, чтобы открыть инвентарь. Открывается он на другую кнопочку. Ну, соответственно, мне не, как бы непривычно, я классую не то, что надо. Смотри, Бэшек, есть состояние мяса свежее, фреш. Есть edible, ну, типа, еще съедобное. А есть уже несъедобное мясо. Оно зеленое цвет такое. Edible — это как кушать, eat, да? Иди был, ну съедобное. Ну я понял, просто мне только как слово это пишется. Так, что с моей тушкой-то? Можешь уже схавать, слушай, давай я схаваю. Опачки. Иди хавай, побежали-то потом. Давай, кусь-кусь. Слушай, ну что, я съел. Что добру-то пропадать, да? Так, ну что, давай-то дернули. Ты запомнил, где наш дом находится? Он будет виден. Возьму копье. Видишь, на нем метка такая стоит. А, точно, я все время забываю про эту штуку, да-да-да. Ты знаешь, у меня просто как-то сливается вот этот белый домик и твой. Итак, двинули в поиски чего-нибудь режущего, опасного, стального и того, что нам поможет в выживании в этом суровом, зеленовато-белом лесу. Так, ну давай, твои идеи, куда побежим? Так, ну пока ты думаешь, я в тебя камень кину. Нет, не получилось кинуть. Вот так. Что-то он пролетел как-то сбоку. Поэтому нет, в тебя камень не кину. Я вот жду, когда в Расте добавят возможность также рубить деревья, как в Форесте. Будет это, скорее всего, не скоро, учитывая, как там в день по чайной ложке все делается. Но планы у разработчиков грандиозные. Меня это уже как-то радует. Например, планы по Форесту я, в принципе, не читал. Игра вышла, я посмотрел трейлер, думаю, что это за дичь? И нет, ребят, не дичь. Игра весьма прикольная. Она развивается, развитие заметно, патчи выходят. Даже есть обратный отчет к выходу патча, что же тоже, кстати, полезная штука. И разработчики держат темп. То есть не так, как у некоторых игр раз в месяц там или раз в полгода. Есть такие игрухи, да, про выживание. Тут все на самом деле очень классно. Есть дата. Даже не дата, а есть определенный день. В этот день выходит патч. И так вот по циклу. Если не ошибаюсь, тут каждые 2 недели патчик, да, Чеппер? Да, 2 недели. Да, то есть у Раста каждую неделю, а здесь каждые 2 недели. Но ченджлоги огромнейшие. И в принципе я их практически не читаю, потому что там много всего. Настолько много, что сразу пятюню хочется разрабам дать. Кстати говоря, да. Сегодня наш самолет кораблекрушение не потерпел. Потому что мы его уже пережили. Давай, чекай, побежали. Вот так вот. Слушай, эта штука вообще мощно бьет, не знаешь? А, подожди, тут же есть. Speed damage. Слушай. Она мобильная, по крайней мере. Вообще-то там есть. Да, точно, здесь есть штука. Блок, правда, не дает никакой. Ну правильно, какой тут блок? Ой, стой, сейчас выброшу ее случайно. Подожди. Нет, я не хотел нажимать эту кнопку. А, нет, все. Я уже испугался, что все хана. Побежали.
Да не, надо просто нажать еще на левую кнопку мыши, удерживая правую, тогда он ее выбросит. Так, ну двинули. Руки в крови. Прям такие опасные, суровые. Убиваем. Пару кроликов. Убиваем местных бомжей. Пару кроликов, да? Давай. Лучше тройку. Каждому. Чтобы одежку сделать? Ты знаешь? Кого? Сапоги? Если с кабанами все просто, я их хотя бы замечаю, то с кроликами тяжеловато, я их практически не вижу. Вообще цветовая гамма это психодел. Тут еще есть градации цветовые, которые вообще просто внушают. Я покрутил, аж страшно стало. Для кого такие цвета? Там есть какой-то хардстайл или что-то такое, или даркстайл. Нет, хардстайл, по-моему. Еще какие-то страшные. Прям аж ух. Ужастик такой. Стоп. Что это такое? А. Стой, чеппер, подожди, не пойму. А, это просто какие-то объекты. И думал, на меня бобер смотрит. Давай посмотрим на твои сапожки, подожди. Классная штука, лянь. Прикольная. Три кролика, две веревки. Отлично, мне осталось собрать. Так, давай продолжим поиски. Я, может, себе тоже сапоги сделаю. Так, 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 так. Кролики, кролики, кролики. Fresh meat. У меня много fresh meat, но более ничего. По пути, может, еще кроликов найдем, да завалим, да и сделаем. Еще хорошо бы убить черепашку по дороге. Ну, где-нибудь на берегу, может, найдем. Я тоже думал об этом. Я реально не вижу кроликов. Я нашел одного. Тебе везет. Вот он. Мочи. Что он такой мелкий, зараза? Ты куда побежал? Ушастый! Стой! Стой, 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 стой! Есть. Сколько у тебя уже шкурок? Подожди, а где шкурки у нас отображаются? А, rabbit. Слушай, две штуки есть. Одна еще штука, что ли? И по всему одна штука, чеппер. Еще одного ушастого убьем. Да, ушастые, по-моему, веревки. Веревки вроде бы подымал в самом начале. В прошлой серии мы точно их собирали. Куда делись? Я себе делал из ткани. Непонятно, да? Крафтили, наверное, что-то. О, чеппер, чеппер, чеппер! Лови, лови! А, нормалек. Прям такое сафари за кроликом. Давай, давай. Две веревки. Я реально поставил на тап, нажимаю вместо того, чтобы инвентарь открыть. Ты понимаешь? Понимаешь, какая-то жесткая. Так. Смотри, радуга. Подожди, дошли. Радуга. Я ищу веревки. Так, подожди, что не хватает-то? Стоп. Слушай, мне что-то не хватает, чеппер, судя по всему. Две веревки и три кролика. Ура. Так, стоп. Как же непривычно, это другой раз, два, два кролика у меня, понятно. Пойдем искать еще. Радуга, говоришь, да? Я не вижу. Да вот же. А. За спиной тебя. А, красотень какая. Пропала. Отлично. Едва заметил, она тут же пропала. Так, ну давай еще кролик, попадись мне один. Чеппер тут два, три, три. Работаем, работаем. Да ладно, что ты говоришь? О, ничего себе, ты двоих одновременно ударил. Да, вообще просто сплэш такой, да? Что-то как-то копье бьет, будто, не знаю, это зубочистка. Неудобно, непривычно. С топора как напаснешь сразу. Так хоть они огребаются. Сейчас куда поразбегались? Сюда иди. Ты куда? Там... Стой, 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 стой. Че такие все шугливые-то? Дерзкие какие-то ребята. Кого-то хоть забрали? Ну да. Слушай, ну копье реально такое жесткое. Побежали. Подожди. Дела надо сжечь. Стой, 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 стой. Стой, кролик, кролик был, кролик. Я за кроликом, ты ящерку убей. А где тела, кстати? Тела? Одного тела. Убили, остальные убежали. Вот собаки. Да-да-да, они поняли, что пацаны с района страшные пришли, лучше не связываться с ними, да? Поэтому решили сделать ноги. А тем временем я сделаю себе сапоги. Ящерка туповатая попалась, она даже не сообразила ничего. Так, для начала надо себе кинуть что-нибудь похавать. Ой-ой-ой-ой, что ты орешь-то? Что ты орешь? Что ты орешь? Ну да, ну да, на костер встали. Ну больно, ну потерпи, все, что. Вот так вот. Немножко загорелся. Пригорел. Бомбануло. Так. Так, а что тут у нас? Опа. Вот так вот просто. Сапоги. На мне. Да, все, на мне есть сапоги, отлично. Начало жарь ту, которую Эдди был. Что, у меня все фреш, подожди. Фреш, генерик.
Fresh roll. Fresh roll. Стоп. Ешь кусок сыра. А дженерик ты сказал есть или что? Подожди. Это там черненькая стала, погоди, это что такое? Нет, дженерик это не состояние, это типа... Другое мясо, да? Я тоже так подумал. Слушай, погоди-ка, дай-ка мясо, которое еще ничего не ввели в игру. Ну так как в расе с мясом проблема. Самое питательное это волчье почему-то, которое со свиней бывало раньше... падает. Это раньше был прикол в Легасе. Картинка. Свинья такая. Показаны разные части свиньи и такие курятина, курятина, курятина. Да-да-да-да-да-да-да. Реально такая тема была. Так, ну что там у нас? Можно уже покушать, да? Скоро. Я еще закинул кусочек. Там замазка такая суровая, покажи мне. Ну что ты опасен. Прям... А, это костяная броня. Броню Остаком. Зарядился, да-да-да, такой суровый, опасный. Птичка, стой. Стой. Ну, птичка. Нет. Не закликал. Перья нужны, кстати. Ты говоря, а для чего перья? Для лука, да? Или для стрел? Я помню, как-то можно было делать броню, по-моему, из шкуры варана. Mm-hmm. Я не понял только, что из чего там. Ну, а, стоп. Уже эквип сразу нажал и все. Во-во-во-во-во, на руке. Это стелс-броня типа получается. Типа стелс-броня, да. Ну ладно, двинули дальше. На поиски чудотворного стального оружия. Можешь оленя пробовать завалить, а можешь не пробовать. Ну мне нравятся копья по убойности, такие прям бодренькие. Щелк-щелк, кролик. Делался, видишь, из-под ног хоть убегут и все. И найди их потом, да. Так. Помойся, кстати, да? Просто нырнуть и все? Да, просто приплыл, помылся. Отлично, да. По пути всякий хлам собираю. А его можно сломать, да? Опа, можно, да. Уже сломал. Раньше нельзя было. Сейчас. Теперь добавили возможность поломать тотемчик. Мелочь, а приятно. Да, скорее всего, и полезно. На, просто наказал крыла. Нормально он нагребся. Так, подожди, мы находимся где-то тут. Нам надо куда-то туда. Я думал, все дальше и дальше. Нужны ориентиры, я не знаю, на что ориентироваться. Ну, если мы ищем кота, ну то она где-то у озера валялась, я так примерно помню. Ух, как я уже приловчился. Нет, она вроде под землей находится, в пещерах. Так, что там у нас есть? Это шкурка-то была. Подожди, а куда шкурку? Вот так вот, нормально. Под землей? Знаешь, я помню, на ком-то из своих стримов я, по-моему, находил катану, но вот где, я уже, конечно, не вспомню. Было дело, плюс да. Кролик. Могли переместить, конечно. Ладно. Ауч. По тебе зарядил? Да. Больно? Не знаю. Чеппер, не хочу за ним гнаться, он какой-то дерзкий, глянь, бегает так быстро. Деревенька. Деревенька, мы здесь уже были, да? Здесь самолет недалеко где-то валяется. Тут тотемчиков много, ты глянь. Сколько здесь-то? Давай поломаем. Ауч. Ну что ж ты попадаешь вечно под удар, Чеппер? Это ж не раст. Это там нормальное явление, а здесь? Больше никогда не меняется. Да? Вот так вот. А как мне сделать такую штуку, как у тебя маску? Из чего там она делается, расскажи. Я просто настакал броню костяную и все. Костяная броня как настакивается. А, все, ну, я уже вижу. Из косточек. Ой, не-не-не, подожди. Я так не хочу. Я хочу вот это эквип. А это я хочу комбинировать. Подожди, нет, это не то. Я хочу броню. Так, подожди, походу. Нет, это убрать надо. Слушай, ну у меня уже... Не лезут костяшки, ладно. Тут с крафтом, конечно, тяжело. Я, в принципе, не понимаю, что, как, из чего. Ну, кроме только домиков, которые поставил. И гадай, что тебе нужно найти там домик на дереве. Домик еще какой-нибудь домик. В общем, побежали вперед. По-моему, справа от нас будет яма.
Возможно. Угу. Вот тебе и ориентир. Мы тут были в прошлый раз. Слушай, там он какой-то, не знаю, в стороне, или то просто скала такая по правой стороне. Смотреть недалеко, вон отсюда видно. В лесочке прям. Не пойму, что там, но надо бы Может, здесь посмотреть. тоже ручей какой-то. Ну, может, ручей, да. Давай посмотрим. Ну, кратер такой прям масштабный, красивый, прям как фотография. Будто это даже не игра. Так, если наш дом там, надо развернуться. Я тут и дна толком почти не вижу. Хотя нет, дно тут есть. Здорово. Он, правда, какой-то багованный еще, конечно. Но нормально, нормально. Там не выживешь, если прыгнешь явно. Понятно. И по краешкам спускаться тоже, по-моему, не особо. Так, я вижу этих гостей. А пусть все бегут. Ну да, они что деру дали от нас. Просто водопадик. Да? Вроде бы нам куда-то туда. Давай, пойдем. Кто-то комета по прошлому видео сказал, что эту воду можно пить. Но ты домажешься. Да, вода какая-то неприятная на вид. Я бы даже не стал пытаться ее пить. Там что, рыба плавает, да? Рыбу, кстати, можно ловить. Копьем, кстати. Жарить. Ой, потерял из виду. Вот так вот. Отлично, кстати. Прикольно сделано. Вот. Свинина начинает портиться уже, кстати. Смотри, как банально, да? Копьем стукнул. Ух, и кролик бедный попался под раздачу. Стукнул копьем, поймал рыбку. Почему в расе такого нету? Ну это же так просто сделать. В расе уже есть копье. Просто добавьте возможность ловить рыбку. Нет, надо сначала рыбку добавить, чтобы она плавала. Это же так сложно и долго. Мы просто будем полгода делать систему, может даже год, а потом что-нибудь придумаем. В общем, я не понимаю этого. Почему-то вот в Форесте в этом плане все попроще. С другой стороны, эта игра не такого масштаба. Здесь нету серверов на 500 человек. Здесь, сколько там, 8 человек максимум, да, можно играть. То есть здесь в этом плане все попроще. Вы сетевой оптимизацией сильно заниматься не надо. Делали, чтобы все хорошо было, и все. У всех загружается карта, которая, кстати, статичная. Нормально. Неизвестно, какие у них там перспективы, какие планы на будущее. Может, тоже что-нибудь такое добавят. Но, судя по всему, карта будет именно статичной. Вот в этом как бы и отличие от Раста. Там сложнее, здесь проще. Так, что, куда дальше? Куда-то сюда, Куда-то мы да? туда упилили. Так, у меня жажда потихонечку мучить начинает. У тебя сотовая есть. Да есть, я экономлю пока. Чего я тратить-то? Джик, не туда? Туда, да? Куда тут? Ой-ой-ой. Да-да-да, Туда-туда. такие моменты тоже не особо радуют. Ой-ой-ой. 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 Вот Чуть не сюда можно поломался. забираться. Давай, плыви, молодец. Отлично. Так, я в этой штуке тоже сидел одно время. Прикольно. Там еще веревку можно отжать, да? Там по-разному. А, нет, веревку не отрываю, блин. А что ты хочешь там посмотреть вверху? Что-то есть, да? Давай я тебе тоже вскарабкаюсь. И заберем это добро полезное. Ты глянь, как он быстро-то залазит. Ты посмотри на него. Ты содовая. Чеппер, чеппер, чеппер! Это что это был за чит? Я подлетел высоко-высоко. А, Слушай. ну бывает. Это Форест. Почему день такой короткий, ночь такая длинная? В жизни мне там не казалось. Ну, судя по всему, да. Так. И давай сориентируйся и побежали искать что-нибудь полезное. Так, да спусти же ты уже, родной, Я еще давай. на эту постройку залезу. Давай, я тоже посмотрю, что там. Какая-нибудь мелочь, в принципе, полезная. Но пригодится все. Тут на все хватать. Все. Черт. Я скинул Упал? микросхему вниз случайно. Молодец. Молодец. У меня их слишком много. Нормально? Мне нравится, как он скарабкивается по веревке. Очень быстро, классно так. Ты не Подожди. стреляй. Чеппер, 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 чеппер! Вот так вот. Ты Ты жив? понимаешь, что за бага? Когда ты стоишь, как бы я залазил сюда, да? И подлетаю вверх. Я живой, но мне больно. В следующий раз будем по одному ползать. Ну его. Ну его. Тут не люблю я, когда ночь наступает. Но не имею чего-нибудь такого твердого, острого, типа катаны. Есть только рыхлый топорик. Где там? Копье взял и побежали. Так, что-то валяется снизу, надо все подбирать.
Все пригодится. Ты хочешь здесь остановиться? А, ты факел просто, зажигалку. Понятно. Не факел пока что. Зажигалка. Да. Я и забыл. Нахуй кнопку? L. Light. Ну да. Толка, все. Прикольно. Marigold. Забыл, что это значит по-русски. А? Marigold. Забыл, что это значит по-русски. А, это про растения? Угу. Я тоже там читал, там какие-то вредные, какие-то невредные. Тут есть цикорий, алоэ и еще третье какое-то растение, вот это. Ну да. Я тоже название, кстати, не помню. По-моему, оно не переводится. Или переводится? Не-не, Marigold как-то переводится. Слушай, холодно становится. Что там по костру у нас? Начнем окончательно замерзать, сделаем. Давай. Так долго книжку стал открывать прям. Basic Fare, все, я понял, из чего делается. Так, мы попали к яхте. Да тут тьма сплошная, да. О, яхта опять. Ну, мало радости. Слушай, подожди, это луна там что ли всплывает, да? Жуть какая-то, глянь. Вон, смотри. Прикольненько так, необычно. Так, у того дерева мы тоже были. Бегаем вокруг да около. Костер на берегу. Угу, хорошо. Так. Нормально. Что-то поднял. Ух ты, это что такое здоровое здесь? Акула. Вот так тебе, акула, ты нехорошая. Так, давай погреемся, в принципе. Она и так себя плохо чувствует, мне кажется. Да я думаю. Надо съедать мясо, которое edible. Да, я сейчас все тоже скидываю, потому что ему... Слушай, я точно то скинул? Ну да, я edible raw скинул, правильно, его надо еще жарить. Подожди, а что тут есть? Fresh raw, то есть... На самом деле надо было еще на базе скинуть, сушиться. На сушилку да. Появилось. Да. А подожди, ну да, у нас было мясо тогда уже. Что там мы как-то... Ну видишь, растов, все растеры такие, привычные к расту. Хотя, подожди, на самом деле, кроликов мы по пути наловили кучу. Ну, вообще-то да, мы еще по пути набрали этого мяса. Так, ну можно уже кушать, в принципе. Угу. В принципе, на утро оставь. Давай. Я слышу какие-то звуки. Ты монетки. Ах, ты испугала меня, ты зараза, иди сюда. Давай. Я тут так смотрел, за луной наблюдал, ты прибежал. Сюда иди. Куда побежал? Выхватывай от моего копья, давай. Чё вы? Это Спарта, да. Иди отсюда. Так. Ты справишься? Да пока раскидывай, пытаюсь. Давай. Молодец. Сколько ж тебе надо с копья-то насаживать, ты глянь. Куда ноги-то? Ты чё акулу тронул, слышь? Смешно, да? Вот такой махач просто, все. Все, чеппер. Раскатал вроде. Сейчас я их это. Так, монетки, бухло. Ничего еще. Это еще один был. Часы. Нормально, меня так шуганули. У нас тут просто фарш. Просто дискотека. Где еще? Вот так вот, отлично. Опа. Все, нормалек. Еще кто-то есть? Нет? О, копье мое. Часы, походу, реже, чем микросхемы падают. Возможно. Монетка. Нет, не монетка. Мячик. Отлично. Так, что тут у нас? Хорошо, покушаем. Черепаха-чеппер. Как ее убивать-то? А, готово. Почти. Снимай с нее панцирь, он очень появится. Пока что-то не так колупала, она куда-то, по-моему, уплыла. Ну, черепашка, ну ты чё такая? Там толпа черепашек, чеппер. Ну, под водой ты их вряд ли поймешь. Уже готовы две. Одна, две. Чё несу вечно? Нереалистично. В реальности, если она под воду шла вся. Чеппер, две черепахи готовы. Чеппер, три черепахи готовы. Косточки.
На стакане, чайку, кстати, бы завалил, но чайка бы чуть не убивается. Настакайся бронекостяной. Как его настакать? Ты ж мне рассказывай, потому что я не понимаю до конца, что тут и как. Так, нога зачем-то. Берешь, кладешь на столик 7 костей. Или 6, не знаю. И 3 тряпки. Тряпки это... Один у нас тряпки? А, клоус. Клоус. Ну и все, бон армор. Опа. Опа. Я понял тебя. Все, сейчас накрафтим себе. Слушай, Чеппер, ну панцирь валяется халявный просто. К сожалению, я не могу его взять. Здесь что-то можно крафтить. Щит, кажется. А как? Там он рядышком валяется. Видишь, куда я прибежал? Смотри, вот здесь два панциря, возьми себе один. Я уже взял. Чеппер, Чеппер. А, его только в руки брать. Не, забей бешка. Забей, пусть валяется. А, то есть нельзя, да? То есть те панцири, что я собирал, они сильно попадали. Поставить, если мы тут будем пробегать мимо. Я тебе заодно покажу. Если они, конечно, не пропадут. Это вряд ли. Так, еще брони наделаю себе. Какую штуку я скрафчу. Смотри, Бэш. Дождик пройдет. И водичка сверху будет. Ага, ага. Отлично. Так, накрафтим. Вот так. Отлично. Отличненько, так, хорошо. Как тебе моя броня? Нормально? Посмотри. Нормальная броня, говорю, у меня? Да, норм. Отлично. Костер сломал только что? Ну, судя по всему, да. Молодец. Как раз пить хочу, но дождя. Чей про нас гости, двое. Давай, 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 давай. То есть ты что, в компакт-дисках, что ли, приоделся? Думаешь, себе модник самый на районе? Не-не-не-не. И провода у тебя, да? Никаких. Где еще один? Убежал, да? Иди костер делай. Палочек нет. Да. Слушай, давай я сам сделать попробую. Ну вот там, самое простое делать надо или по... Ну да, самое простое. По хардкорне у нас не хватит особо. Листиков нет, Чеппер, все. Я бомж. Листиков нету. А где трупик-то был, подожди. Так, ничего, темнота. Это кустики. Нам нужны такие, знаешь. Вот такие вот. Да-да-да, точно, точно, точно. Подожди. А, шаман идет. Ты здесь снова? В своих компакт-дисках? Чё за прикид? Ты чё такое? А ну-ка, 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 выгребай. Давай, давай, давай. Готов. Кстати, у него там дубинка была, подними. Я уже поднимал одну, кстати. Я уже, по-моему, не лезет в меня это все. Давай. Надо помыться. А, мне же жда. Подожди, а где детектор грязи? Кажется, в книге на последней странице. Там статистика есть. Мы грязные, да? Оцените, кажется, параметр. А, санити. Здравствуйте! Где вы там? Идите сюда, поговорим. Девушек-то стоит бояться. Ну, не знаю. Девушка, вы зуб потеряли. Всё. О, глянь, сундучок. Опа, и там вкусняшка. О, еще один. Они тут что, спавнятся, что ли, да? Из ниоткуда. Нужно часы искать. Вот так вот. Пока мне только батончики нам выпадают. Нужно. Нам очень нужны часы. Угу, угу. Ты всех черепах инвестировал, да? Угу. Что ты шкварчишь там? Давай, зашквар.
Сражайся. Сражайся. Сражайся, я тебе говорю, давай. Все. Минус зашквар. Так, и сразу запустим тебя сюда. Иди сюда, родной. Что такое? Что такое? Давай. Зашкварись ты, огребайся. На, на. Нормально? Бомбит, да, уже? Все? Ничего с ним поделать не можешь? Так, поднять, поднять. И сбросить сюда. Вот так вот. Ух. Вот так. Теперь ты разобрался? В процессе. Помочь? Это нет. Опять же модник, который компакт-диски одел на себя. Раскатали и убили полностью. Отлично. У нас очень много костей. Да. Слушай, я пошел клепать броню. Но у меня, скорее всего, ткань скоро кончится. А нет, у меня костей не так уж и много. Сейчас соберу все. Ой-ой-ой, вот много костей. Как много костей это, ты глянь. А им броню слегка поцарапали, поэтому нормально будет. Сейчас все соберем. Это безотходное производство. Радует это. Нормально. О, у меня уже заряжен нормально, глянь. Стой, подожди-ка, я кое-что увидел. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Что-то я промазал, извини. Сейчас кривоват, да? Да-да-да, куда? Где ты бегаешь? Эй, смешно. Иди сюда. Чепер, я их нифига не вижу. Давай. Что ж такое копье-то кривое? Лупи уже ее, давай. Зуб потеряли, да? К стоматологу надо. Но не получится. Нет, только на костер. Ребята, а что вы смотрите? Тут ваших палят. Ты смотрит на меня. Мистер компакт-диск, здравствуйте. Давайте мы вас все-таки подубьем немножко. Вот так вот. Там дубинка валяется. Где-то валялась, по крайней мере. Уже не лезет в меня чепер. Ясное дело. Давай. О, слушай, подожди, это что-то у тебя валяется. Так, надо перекусить. Сейчас я посмотрю, что у меня из еды. Ой, у меня есть это, подожди. Помойся, я думаю, ты из крови. Сейчас помоюсь, подожди. На кастрик надо положить. Это дело. То они быстро голодают, я смотрю, побегал немного. Фигакс, ты уже такой голодный. Холодный. Вроде помылся. Давай посмотрим нашу статистику. Sanity 100, да? Это нормально? Угу. Так оно и до этого было 100. Один кусочек брони запал куда-то за инвентарь. О, печаль. Надо репорт разрабам написать. Ребятки, исправьте. У нас кусок брони запал. Вот так вот, все. Это мы просто в экзоскелетах все-таки заряженные, красивые, опасные. Часы лишние появились. Часы лишние появились? Рыбка, что-то там дожарилась? Инвестируй. Давай. Лата, бухло, часы и монетки. Вот так. На тебе. Так, куда мы будем держать путь теперь? А? Хм. Пошли куда-нибудь туда. Давай. Там, по-моему, деревушка была. О, отлично. Мы, правда, заряжены по полной, всяким добром полезным. Но это не раз. Ну да. Тут нас за лут не убьют. Ну, только аборигены могут. Но у нас есть, что им противопоставить. Копия. Суровые копии и наш скилл. Леса, 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 леса. Кстати, подожди, дергаются как в этом Ведьмаке. Там тоже какие-то лихие деревья, они просто вот дерганы. Там так неестественно смотрится. Это большой промах разрабов. При всем том, что Ведьмак очень классная игра, деревья там дергаются очень адово. Это печалит. Смотришь на это все и поражаешься, думаешь, как так-то? Как так-то? Но девушка, куда вы? Девушка. Догоняем, 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 догоняем. Так, я устал. Слушай, забудь, бросай ее. Она нам ни к чему. Ну ладно. А вот стамина уже уменьшается, да, я подустаю, типа, ах, бежать мне трудно.
Так, погоди, черепа, я что-то, по-моему, все подзалутал. Оленек, здорово, мне нужна твоя шкурка. Извиняй, дружок, но по-другому никак. Только так, только так. А вот тоже интересно, свеженькой картошечки не покушаешь, в самолет не пускают, потому что тебя и не запрыгнешь никак. А ведь там свежая картошка. Ой-ой-ой, чеппер, 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 со мной проблема, чеппер. Что случилось? Ты что там делаешь? Я в самолет хотел запрыгнуть, меня прижало, я... Слушай, я могу смотреть, что там внизу. Там бездонная пропасть. И, кстати, воды не так в расте. Попробуй попрыгать. Блин, это плохо, чеппер. У меня полтуловища висит твой. Это плохо очень. Самолет... Иди сюда. Подожди, подожди, подожди. Я маневрирую сейчас. Я плыву. Иди на меня. Корзинка, уберись. Что делается-то? Что делается? Как обычно. Как обычно. Подожди, чеппер, я... Своим лицом собираю все кусты. А, понятно. Давай попробуем, да, выйти где-нибудь на склоне, потому что что-то... Ой, у меня уже большая проблема, я не могу местами просто пробежать даже. О, о, чеппер, чеппер, я выбрался, ура. Ура, я думал, погладит меня этот мрак. Я не хотел отправляться в варп. Я спасен. Где мои ноги? Посмотри, мои ноги целые, тебе видно? Сапоги на месте? Броня на месте? Тут целое? Нет. Я вот все, побежали дальше. Ну его в баню. Шо, к этому самолету я больше не подойду. Так, ну тут у нас, по-моему, лодочка и ничего более, поэтому давай двинем куда-нибудь в сторону. Паш, на лодке бывает веревка. Ну да. Потом обратно, правда, подниматься придется, но то нормально. Лодка, лодка, подари нам веревку. Да, да, нет, нет. Да, есть веревка. Слушай, а подниматься, подниматься как? Сейчас покажу. Тут строится неудобно. Так как каждый раз подниматься вот так. Строится неудобно где? На берегу? Но мне нравится. Тут такая атмосфера приятная. Да. Особенно после того, как половина твоего туловища была под землей. Интерпол, какая бага. Просто под самолет залазишь и все. Кстати, надо будет повторить и... Или даже нет, что повторять-то? Кусок из видео вырезать и разрабам отправить, точно. Может, полезно будет. Тут где-то... Можно было взрывать что-нибудь. Да? Будет наш первый опыт взрыва. Подожди, а здесь... Да-да-да, что-то же можно было взрывать, что-то оттуда выпадало. Я помню такой момент. Где-то тут. Мы там вкачаны были, толпой играли, там строили огромную деревню. Так, давай бабахнем эту штуку. Что тут у нас? И дай. Я бомбежка. Вай-вай-вай. А что она? Ой-ой-ой. Уходи. Вау, вау, как это было эффектно, ребята. Вы только посмотрите. Так, что тут у нас? А у нас тут какая-то... Аж дерево свалилось, смотри. Да я смотрю, что деревья аж подразнесло. Все так реалистично. Пеньки, правда, остались. У нас тут... Белка? Стоять. Врист? Что такое врист? Врист? Знакомая, но не помню, честно говоря. Подожди, и где добро-то полезное? Палки одни, что ли? Врист, все. Ну вот. Горький опыт со взрывом. А, это часы. Ну, нормально. Часами отбили. Да. Окупились на часы. Без стака, серы и прочего. Вот так вот, ребята, попутешествовали, пофармили, поубивали дикарей, которые были слишком грубые, жесткие, особенно модники с дисками, которые просто странные ребята. Заодно побывали в варпе. Ну, я побывал, чеперу не довелось. На этом, в принципе, серию завершаем. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про твич чепер, на котором он часто стримачит Раст. Я его, в принципе, называю вечно стримящий чепер, потому что стримит он настолько часто, насколько это возможно. Ну, на этом все. Удачи!